Педагог дополнительного образования – не менее значимый человек в жизни школьника. Именно эти люди отвечают за организацию досуга ребят. Это не только умеющий увлечь слушателей наставник, но и аналитик, который разрабатывает собственные программы обучения. Выбрать лучшего позволяет всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». Городской этап уже стартовал. В этом году участниками очного этапа конкурсов профмастерства стали 11 человек. Это педагоги физкультурно-спортивного, социально-педагогического и художественного направлений. Среди участников как опытные учителя, так и люди, недавно окончившие университет. Но каждый из них уверен, педагог дополнительного образования – это призвание. Так скажем, началом моей карьеры, даже уже предпосылки к педагогической профессии были в раннем детстве. Пошла по стопам своей мамы. Работаю с дошкольниками в школе раннего развития «Малышок». Другая участница Юлия работает по профессии уже больше 15 лет. Но так же, как и Надежда, с детства мечтала быть учителем. А первыми ее учениками были куклы. В моем коллективе дети от 3 до 16 лет. И есть одна пара международного класса мастерства, кандидаты в мастера спорта. И многократные победители чемпионатов российских и международных конкурсов. Конкурсантам предстоит преодолеть 3 испытания. В первый день состязаний педагоги представили презентацию «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу». Следующим этапом станет проведение открытого урока. Завершится состязание в профмастерстве уже 6 марта импровизированным конкурсом эссе на заданную тему, которое нужно будет не только написать, но и представить судейской бригаде. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.